бороться. Дорогие друзья, сегодня вот с утра проходит первенство России по борьбе среди юношей до 16 лет. Здесь, в городе-герое Тула, и мы представляем наших почетных гостей первенства. Старший тренер сборной команды России среди юношей до 16 лет, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России Денис Сакуш. Ковер-А победу одержал Ислам Хохотуков. Приглашаются Астан Адлейба, Абхазия, Шамиль Эфендиев, Тула. На ковре Б победил Максим Трофимов, Иркутская область.